Что может быть проще цифр? Мы выучили их еще в первом классе. Но чтобы понять, что каждая из них особенная, нужно их глубже изучить. К примеру, возьмем цифру 7. Она окружает нас повсюду. Дни недели, цвета радуги, ноты. Наш мир был создан Всевышним за 7 дней. Совсем иначе обстоят дела с цифрой 8. Это нечто особенное, стоящее за пределами физической реальности. Это чудо. Каждый день из 8 дней Хануки мы зажигаем новую свечку, тем самым увеличивая чудо света. И чудеса? Чудеса происходят с нами постоянно. Нам нужно увидеть их. И если мы посмотрим на повернутую цифру 8, то мы увидим бесконечность.